С добрым днем, друзья! С вами Супрово, и сегодня покажем первый мод на команду для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются некоторые команды с ПК-версии Майнкрафта. Да, это звучит довольно странно, но все же это так. Что ж, давайте проверим первую команду. Первой командой у нас будет команда Help. Всем так знакомая команда, которая нам рассказывает о других командах. Да, это опять же прозвучало странно, но все же давайте испытаем нашу первую команду. Это команда Deep, да. С помощью этой команды мы можем дать себе любой блок. Вот, давайте дадим мы себе траву. Мы дали траву себе в количестве 22 штуки. Давайте это проверим. Для этого мы залезем в инвентарь и залезем показатель брони. Так, сейчас, подождите. Давайте перейдем из режима креатива выживания. Так, 0. Так, нет, нет, не так. 0. Вот. И теперь мы в режиме выживания. Но, к сожалению, наши блоки не сохраняются. Но это не беда. Мы можем поживать и так, да, курочка маленькая. Вот. Так, какие у нас там есть еще команды. А мы можем примерно ввести команду kill. Да, с помощью команды мы можем сделать себе суицид. То есть мы можем сами себя убить. Дальше мы можем проверить сразу команду heal. То есть она восстанавливает нам, или heal восстанавливает нам жизни. Да, смотрите. Все, нам пишут, что мы восстановили свои жизни. Да, и все работает. Да, довольно прикольный мод. Поэтому скачивайте этот мод обязательно. Так он... Блин, пригодится в одиночной игре. Таймсит пишем, но я очень не уверен с этой командой. То есть она пишется маленько по-другому. Именно в этой версии мода. То есть здесь она пишется совершенно по-другому. Даже не помню, как здесь ничего не активируется. Но все же мод работает. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.